В настоящее время медицинские работники Видновской районной клинической больницы нуждаются в средствах индивидуальной защиты. Активисты движения «Волонтерская рота», созданного при Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», привезли медикам 1000 медицинских масок и продуктовые наборы. Наши волонтеры работают по всей Москве, по округам и в 30 субъектах Российской Федерации. Пожилым людям сейчас очень нужна помощь. В колл-центрах занимаются, доставляют горячую еду, питание, в том числе и по Ленинскому городскому округу. При входе в больницу человек в защитном костюме всем измеряет температуру. Активистов встречают главный врач Бутай Бутаев и его заместитель Елена Зинатулина. От лица всех медицинских работников они благодарят добровольцев волонтерской роты. Все мы прекрасно понимаем, что любая сейчас посильная помощь, она применима и необходима. Поэтому, значит, те же самые маски, значит, это достаточно большой дефицит, который не так легко достать. Поэтому огромное вам спасибо. Медицинские маски, привезенные волонтерами в Видное, были изготовлены во Владимире, на предприятии, с которым сотрудничает местное отделение боевого братства. Сейчас все понимают, этот продукт в дефиците. Нам это сегодня прям поддержка, прям очень необходима для наших медиков, которые количество контактных увеличивается, поэтому это первое является необходимостью сегодня. Работа волонтера на этом периоде – это помощь тем людям, которые находятся на самоизоляции. Сейчас у нас около 1000 заказов в день делает наша организация. 100 волонтеров зарегистрировано, мы активно работаем. Помощь гражданам и медикам оказывают и депутаты Ленинского городского округа совместно с волонтерским корпусом. На данный момент в нем уже числится около 150 человек. С 20 марта ими было обработано более 400 заявок. Мы все как раз помогаем, кто чем может, да, то есть и совет депутатов сегодня не находится в стороне, то есть мы активно подключаемся, депутаты по своим округам организовывают, помогают организовывать штабы волонтерские, чтобы помогать старшему поколению не выходить из дома. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.